Глава муниципалитета, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов принял участие в областной молодежной патриотической акции «Ко дню памяти и скорби». Такое все дышало тишиной. Она прошла на границе Одинцовского округа и городского округа Красногорск. Всего в акции приняли участие более 500 человек. Общественники, волонтеры Подмосковья, студенческие отряды. Они читали стихи и прозу военных лет под классическую музыку, создали картины из зажженных свечей и соединили их через мост дорогой жизни и света, а память погибших почтили минутой молчания.